Боевой форпост на северо-западе нашей великой Родины. 29 месяцев он находился в непрерывном и ожесточенном бою с немецко-фашистскими варварами. Замкнули вокруг Ленинграда кольцо блокады. Но неприступной твердыней стоял великий русский город. Сотни тысяч ленинградцев неустанно строили оборонительные рубежи и сооружения. Каждый дом стал бастионом, каждая улица — крепостью. Построили 15 тысяч дотов и дзотов. Возвели противотанковые укрепления надолбы длиною в 626 километров. Соорудили 35 километров баррикад на проспектах и улицах города. Передний край проходил у самых предместий города. Враг рядом. Из наблюдательного пункта на развалинах Пулковской обсерватории можно было видеть укрепления врага, окружившие Ленинград.
глубоко эшелонированные в глубину, эти укрепления шли от Пулково на Урицк, на Ропшу, на Гостилицы. Июня 1942 года в Москве на сессии Верховного Совета СССР выступил организатор и руководитель обороны Ленинграда товарищ Жданов. 10 месяцев город находится в обстановке вражеской блокады, в непосредственной близости к фронту, сам является фронтом. Одно только должен сказать, как провалился навсегда гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом, также провалился и его человеконенавистнический план удушения города голодной блокадой. Жестокие трудности борьбы с ненавистными врагами нашей Родины не сломили энергии и мужества защитников Ленинграда. Каждый ленинградец, мужчина и женщина, нашел свое место в этой борьбе и честно выполняет свой долг советского патриота. Как ни пытался враг оборвать связи города Ленина со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от Родины. Товарищи, мы непрерывно ощущали и ощущаем любовную заботу о Ленинграде, нашего вождя и учителя товарища Сталина. И я пользуюсь случаем для того, чтобы выразить здесь свою глубокую признательность от имени Ленинграда всем товарищам, оказавшим нам и оказывающим эту братскую помощь. Ленинград был связан со страной через Ладожское озеро. Тихие и пустынны были берега Ладоги в начале войны. Теперь через порты, построенные ленинградцами в дни блокады, шел нескончаемый поток грузов. Ладоги увозили вглубь страны детей и нетрудоспособное население. Отправляли ценное заводское оборудование. На специальных железнодорожных паромах переправляли через озеро паровозы. Непрерывной была борьба за главную коммуникацию Ленинграда, за господство на Ладожском озере. Вражеские самолеты налетали на Ладогу. Немцы пытались высадить на островах озера десанты. В битве за Ладогу немцы терпели поражение за поражением. Срок по дну озера был проложен бензопровод. И бежало по бензопроводу драгоценное горючее для Ленинграда.
город десятки тысяч тонн продовольствия. Шли ценные грузы. По Ладоге перебрасывались на Ленинградский фронт боевые резервы. Был полон решимости и уверенности. Возраст не играл роли, когда надо было служить родному городу. Мужчины и женщины, старики и дети вступали в ряды МПВО. Военное обучение проходили непрерывно тысячи ленинградцев в батальонах Всевобуча. Обороны города. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Это были месяцы ожесточенных воздушных налетов. Немецкие стервятники всеми способами хотели обмануть бдительность ленинградцев. Поодиночке и эскадрильями, целыми сотнями, звездными налетами летели они на город. Они не выбирали военных объектов. Для них весь город был военным объектом. Присоединялись и снаряды. Это было время артиллерийских обстрелов, которые следовали за воздушным нападением. Бросались в огонь тушить пожары, из-под руин вытаскивали пострадавших. Без передышки, без отдыха работали они
презирая опасность. Эта неразорвавшаяся бомба весила тонну. Они равнодушно видеть ран, нанесенных родному городу. Они научились немедленно восстанавливать все, что можно было восстановить. Они быстро и организованно приводили в порядок улицы и дома, исправляли повреждения, наносимые городу врагом. Поле боя – цех. Таков был лозунг ленинградских рабочих. В поврежденных бомбами и снарядами цехах не прекращалась работа. В самые тяжелые минуты страна всегда была с городом. Это гости из далекого Таджикистана. Расскажут они о городе на Неве. Расскажут, как живут и борются ленинградцы, со всех сторон окруженные врагом. Ленинград не только ковал для себя оружие, он сам снабжал себя десятками тысяч тонн овощей. На огородах плотали, как на фронте. Огороды возникли в самом городе. Всюду, где клочок свободной земли, огород. Недостаток лесных участков, которыми располагался осажденный город, заставило разбирать на топливо деревянные дома. Гранитные набережные Невы были причалами военных кораблей. Город стал базой Балтийского флота. Уходили подводные лодки в просторы Балтики на коммуникации врага.
охраняли подступы к городу с моря. Города шла непрерывная снайперская война небывалых размеров. Ленинград первым начал такую войну, настоящее движение мстителей. Это была война беспощадная и кропотливая, война зоркого глаза и твердой руки. Десятки тысяч немцев падали под пулями снайперов. Но истребляли немцев не только снайперы. Огонь всех видов оружия уничтожал врага. Войска Ленинградского фронта все время были в бою. Наши войска постоянно удерживали в своих руках инициативу. Заставляли врага принимать бой на тех позициях и в тех условиях, которые были выгодны фронту. Они срывали неоднократные попытки немцев штурмовать город, отвлекали внимание силы фашистов от других направлений и наносили врагу трудновосполнимые потери. Местного значения, так они писали в военных сводках. Это были яростные и длинные сражения. Они шли на маленьких пространствах, шли на берегах Невы. Так дрались за каждый метр ленинградской земли. Чутко следил за этими боями. Собранный, окрепший, грозный, он готовился к решительному удару. Места, которые стали историческими. Шлиссельбург, поселок номер 5, ключ немецких позиций, Синявино, Московская Дубровка. Два фронта Ленинградской и Волховской одновременно наступая должны были соединиться, разгромив немецкие линии обороны. Thank you.
сигналу ракеты, пехота бросилась на лед Невы. Отвесный левый берег был взят штурмом. Нева была форсирована пехотой в 4 минуты. Немецкие укрепления пали под ударами ленинградцев. Немцы посылали крупные резервы для поддержки своей шлиттельбургской группировки. Шлиттельбург был отрезан от этого поселка и взят штурмом. На поле боя немцы оставили 13 тысяч трупов своих солдат и офицеров. Много немцев было взято в плен нашими войсками. Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в поселке номер 5. Незабываемыми были минуты братской встречи воинов двух фронтов. Блокада Ленинграда была прорвана. Красная армия шла все вперед, на юг от Ладоги. За ней шла армия строителей, которая проложила рельсы, связавшие Ленинград с большой землей прочным наземным путем. Из глубины страны в Ленинград шел первый поезд. Шли поезда. Они шли в зоне вражеского обстрела, но они шли, и ничто их не могло остановить. Ленинград получил наземный путь. Теперь в Ленинград могли поступать войска и боеприпасы, топливо и продовольствие, строительные материалы, все, что нужно для жизни и борьбы. Наступил новый период в жизни Ленинграда. Прорыв блокады вдохнул новые силы в ленинградцев. Землю спускалась ночь, но и ночью бодрствовал великий город и его защитники.
эти ночи освещались не только вспышками взрывов. Они озарялись новыми победами возрожденных цехов, пламенем восстановленного после прорыва блокады Мартена, блеском нового оружия, сделанного в эти ночи. Медали героям Ленинградского фронта. Знаменитому снайперу, герою Советского Союза Вежливцеву. В Смольном председатель исполкома Ленсовета депутатов трудящихся товарищ Попков вручил медаль товарищу Жданову. Командующему войсками Ленинградского фронта генерал-полковнику Говорову. Военного совета генерал-майору Кузнецову. Заслуженному педагогу Николаю Терентьевичу Воронову, отцу главного маршала артиллерии. Получали медали партизаны и партизанки, отважные борцы во вражеском тылу. Медали вручались стахановцам лесных делянок, знатному лесорубу Елизавете Степановне Грызовой. 12-летней Марусе Дмитриевой, дорожному рабочему. Токарю Вите Петрову. Я хочу сказать несколько слов. Получается медаль, я вспоминаю отца, который проработал здесь 20 с лишним лет. В честь его руки прошли много учеников, в том числе и я. Вражеский снаряд оборвал жизнь моего отца. Я дал клятву путь немцам незаводим. Трудом помогать фронту, а если понадобится, встать на защиту города Ленинграда. Ленинградцы не родились героями, они ими стали. Воодушевленные высокой наградой, они продолжали бороться и трудиться с еще большей страстью, с еще большим энтузиазмом. Женщины Ленинграда. Честь и слава вам, великим героиням города, для которых не было неисполнимого. Не было такой отрасли труда, где бы не показали себя великими труженицами ленинградские женщины. Самые тяжелые работы выполняли они, ни в чем не уступая мужчинам. Всюду и везде женщина-героиня была впереди. Комсомольцы и молодежь Ленинграда, несгибаемую стойкость души, горячую любовь к родине проявили вы, отдавая все силы фронту, родному городу. Город оживал с каждым днем. Он упорно восстанавливал пострадавшие от бомбы снарядов дома, городское хозяйство.
и верфи. На Неву спускались новые боевые корабли. Ленинград гордился тем, что в эти трудные дни он помогал восстановлению Сталинграда, посылая ему целые эшелоны с оборудованием. Запомните эту школу, этот класс. Вы уйдете. Занятия в ремесленных училищах, вузах, убирали урожай овощей. Он дался нелегко. Даже из кочанов капусты вынимали осколки немецких снарядов. Финские злодеи, потеряв на что овладеть городом, хотели разрушить Ленинград и перебить его жителей. Они начали систематически обстреливать город. Внимание, внимание! Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение по улицам прекратить. Населению немедленно укрыться. Обстрелом противостояла армия МПВО. Гибкий и мощный аппарат управлял всеми действиями этой армии на огромном пространстве города. Командовал этой армией генерал-майор Лагуткин. Пожарные не знали обороны, они знали только наступление. Под непрерывным артиллерийским делом боролись они с бушующим пламенем. Они умирали на этом пожаре, как в бою. Они выиграли этот бой. Thank you.
Враг перенес огонь в центр города. Немцы хотели превратить каждый день для ленинградцев в пытку смертельной опасности. Каждый немецкий артиллерийский офицер, набившись, мог стрелять по городу, мог стрелять без приказа, когда захочется, мог стрелять по случаю... банкета, позируя для фотографа или чтобы заслужить похвалу начальства. В журнале боевых действий 768-го тяжелого немецкого артиллерийского дивизиона, стоявшего у стен Ленинграда, есть... ...ших финских артиллеристов вся наша артиллерия произвела огневой налет по городу. Но ни один налет не проходил для них безнаказанно. Могучая артиллерия Ленинграда заставляла замолчать немецкие батареи, поднимая их на воздух своими залпами. На немецкой карте с обозначением точек обстрела весь город был разделен на военные объекты. Этот жилой дом назывался военный объект номер 85. Автоматически стреляли всеми калибрами по музеям, больницам, жилым домам. Величайшая сокровищница мировой культуры Эрмитаж был для немцев только объектом номер 9. Видели в начале урока. Эта школа тоже военный объект. Стены музея Суворова, стены Исаакиевского собора показывают свои раны, взывая об отмщении. Предстояло вести наступательные операции. Ленинградские заводы оснащали войска фронта всем необходимым для победы.
командование Ленинградского фронта наметило начать наступление одновременными ударами из районов Пулково и южнее Ораненбаума. Исключительное значение в планах командования придавалось Ораненбаумскому плацдарму. Задолго до наступления в район Ораненбаума началась переброска боевых резервов, танков, орудий, боеприпасов. Все эти перевозки были совершены под носом у противника настолько скрытно и умело, что немцы были введены в заблуждение, и, как свидетельствуют показания пленных, немцы решили, что войска переводятся обратно в Ленинград для очищения Ораненбаумского плацдарма. В районах Урицк, Стрельна, Володарская, Беззаботная, Настоловская и других были сосредоточены резервы и сильная артиллерийская группировка немцев, стрелявшая по Ленинграду. План командования Ленинградского фронта предусматривал окружение и уничтожение этой группировки. Канонада. Несмолкаемые выстрелы сотен и тысяч орудий возвестили день наступления. Все ждали священные минуты, которые готовились долгие месяцы. Артиллерийское наступление и удары с воздуха решили успех прорыва немецкой обороны.
осуществлялся заранее разработанный план операции. Бои шли на подступах к гостиницам. Противник предпринял последнюю отчаянную попытку сдержать наше наступление, чтобы вывести свои части артиллерию из района Стрельно-Беззаботное. Бой шел за каждую улицу, за каждый дом. Красное село освобождено от врага. Мощная, глубоко эшелонированная, долговременная оборона немцев под Ленинградом была прорвана. У Ропши соединились части, наступавшие южнее Ораненбаума и из района Пулково. Вся немецкая артиллерийская группировка была окружена и уничтожена нашими войсками. Воодушевленные приказом товарища Сталина, войска Ленинградского фронта, развивая наступление, шли дальше в двух направлениях – Гатчине и Кингисеппу. Гатчина – узел дорог. Гатчину немцы превратили в мощный опорный пункт своей обороны. Выход войск Ленинградского фронта к Гатчине поставил под угрозу окружения всю восточную группировку немцев в районе Мга, Любань, Тосна. Вот почему немцы ожесточенно сопротивлялись и пытались удержать Гатчину в своих руках. Взятием Гатчины была разрушена вся система немецкой обороны на Ленинградском фронте. Области усилили свои удары по врагу. Лишали немцев связи. Перерезали дороги отступления немецкой армии. Каждая деревня, разоренная немцами, становилась для них смертельной ловушкой. Воинов Красной Армии, своих освободителей, восторженно встречало население.
схема одного опорного пункта немецкой обороны. На подступах к нему немцы установили минные поля и проволочные заграждения. Доты и пулеметные дзоты, минометные батареи были расположены по переднему краю и во всю глубину опорного пункта. Бетонные доты с круговым обстрелом сооружались в пунктах, господствующих над местностью. Была создана мощная система многослойного огня, которую немцы считали непреодолимой. Бойцы Ленинградского фронта преодолели и сокрушили ее. За один месяц наступления войска Ленинградского фронта нанесли тяжелые поражения основным силам 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Только убитыми противник потерял в этих боях свыше 90 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 464 танка. 3814 орудий разного калибра. 3 орудия, из которых немецкие людоеды вели огонь по Ленинграду, захвачены нашими войсками. За месяц было взято в плен 7200 немецких солдат и офицеров. В короткое время была очищена от врага почти вся Ленинградская область. Салютовал победителям, доблестным войскам Ленинградского фронта. Победа одержана под Ленинградом. Полной грудью вздохнул Ленинград. Начинается эпопея вдохновенного труда. Восстановление Ленинграда. Ленинград стал еще больше дорог каждому ленинградцу,
каждому советскому человеку. С каждой раной города связана история героической борьбы советских людей за честь и свободу своей родины.